Такое ощущение, как будто мы собираемся лететь в космос, правда. У меня, скажу честно, вот в таком формате и вот такое событие впервые в моей жизни, я чувствую огромную ответственность. Я благодарю комиссию тех людей, кто представил, да, меня к этому моменту, дали возможность быть послом. С гордостью, с большим удовольствием буду нести это имя. Еще раз скажу, что Земля Ульяновска, она не случайно была выбрана для этого масштабного события. Великолепные события были проведены годами ранее с великолепной организацией. Конечно, большая, огромная заслуга губернатора Ульяновской области и всей команде, кто работал. Поэтому наш фестиваль должен пройти на самом высоком уровне. И, в общем-то, вся огромная семья единоборств ждет этого фестиваля. Хотел бы еще раз искренне Григорий поблагодарить за то, что он принял такое решение и вместе с нами идет к финалу этой большой и очень интересной работы, как проведение первого фестиваля боевых искусств. Он знаменитый человек, его знают во всех уголках мира, и то, что вот он сейчас будет представлять нашу территорию, нашу страну, это, конечно, несомненно, огромный успех. Мы готовы в полном объеме уже в сентябре месяце принять с огромного количества стран лучших спортсменов и показать о том, что Россия действительно спортивная держава.